Накануне светлого праздника Пасхи общественниками Ленинского городского округа были подготовлены подарки членам общества инвалидов. Волонтерский корпус, который помогает нуждающимся во время режима самоизоляции, сделал очередное доброе дело – закупил куличи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди звонят и говорят, нужна помощь, волонтеры, мы будем возить на дом куличи. И возят. И, как говорится, не ожидали, что вот это время показало, что мы все вместе. Все готовы помочь, все рядом. Идею поддержали Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь, депутаты, представители администрации, члены общественной и торгово-промышленной палат. Кроме того, инвалиды получили наборы продуктов питания в рамках поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции. За нас очень заботятся об инвалидах, и мы очень довольны. Всем спасибо. Благодарим и общество, и торговую палату, и депутатов, кто нам помогает, поддерживает, организовывает. И в чатах мы общаемся, тоже общение идет. Тем, кто не смог сам посетить общество инвалидов, куличи и продукты на дом разнесли волонтеры и социальные работники. Когда я прихожу к ним, мне хочется, чтобы им стало немножечко полегче. Стараюсь им просто помочь, вот, чтобы жизнь их облегчить. Те же лекарства принести, чтобы у них это все было, чтобы продукты у них были, чтобы покушать им было что. В обществе инвалидов ведется учет оказания помощи. Без сомнения, поддержка будет оказана всем членам общества, а их в округе 562 человека.